Александр Мур обратился с ежегодным посланием к депутатам Тюменской областной думы. Губернатор подвел итоги уходящего года и обозначил главные задачи на 2021. Начал глава региона с благодарности тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Это медицинские работники. Александр Мур отметил, что 2020 стал серьезным испытанием прочности тюменского сообщества в экономической, политической, социальной и духовной сферах. Наш регион первым принял борт с эвакуированными россиянами и гражданами других стран из Китая. Развернул первый обсерватор. Тогда еще никто не понимал специфику нового вируса, степень его патогенности. Были приняты беспрецедентные меры по обеспечению биологической безопасности. В дальнейшем они легли в основу организации аналогичных центров по всей Тюменской области – и не только. И именно у нас, в областной инфекционной больнице, удалось впервые в России подобрать адекватную терапию и методы восстановления для больного, который почти месяц находился в реанимации и не мог самостоятельно дышать, и спасти его.